Отличный подарок к началу учебного года. Сегодня в хуторе Красночервоные, это Новоалександровский район, открыли новый спортивный комплекс под открытым небом. Кира Рогожина о том, как школьный двор хуторской школы стал настоящим местным центром спортивно-культурной жизни. Сентябрь еще не наступил, во дворе школы хутора Красночервонного полно детворы. Всем им не терпится опробовать новый спортивный комплекс. 9-летний Миша Полтавский вместе с друзьями сразу заняли футбольное поле. Здесь был старый стадион. Здесь невозможно было играть. Теперь можно играть в футбол с друзьями, в выбивного. В спортивный комплекс, кроме футбольного поля, вошли беговая дорожка, площадка для легкоатлетических дисциплин, тестов на нормы ГТО, а также зона с тренажерами. На всех участках специальное покрытие. Оно сводит к минимуму риск получить травму. Для нас очень важно было появление этого объекта, которое дает возможность развитию физических способностей нашим детям. И нам хотелось бы, чтобы эта площадка помогла детям и сдавать нормы ГТО. У нас уже есть золотые обладатели золотых значков ГТО, серебряных значков ГТО. Площадку не зря назвали культурно-спортивной. Рядом со стадионом построили большую летнюю эстраду. Объект занимает площадь около 1,5 гектара. Комплекс посетил губернатор Владимир Владимиров. Вместе с ним главе региона показали обновленную школу. Накануне там завершился ремонт. Владимир Владимиров проверил качество работ в рекреациях, холлах и пищеблоке. Объем финансирования – 7 миллионов рублей. Из краевого и федерального бюджетов пришла лишь часть средств. Развитие образовательного учреждения – удачный пример партнерства государства и агробизнеса. Без людей, которые умеют работать, хотят работать, работают для того, чтобы дети свои жили, ничего никогда не будет. Поэтому я говорю спасибо каждому из вас, потому что все эти деньги, все эти урожаи, они только руками создаются. На что еще вкладывать? В селе, чтобы село не умерло. Сейчас школы не будет, все, села не будет. Останется 9 классов, не будет тех, кто будет, родители всех 9-10 класса будут искать, куда детей пристроить. Соответственно, за детьми уедут следом. Поэтому все одно за одно цепляется. Подруги Диана и Ангелина скоро услышат свой первый школьный звонок. А девочки уже строят планы, как будут проводить досуг на новой площадке. Я буду двумя ногами кататься на нем. Весело? Угу. Да. Когда вот так раскачиваешься, угу, очень хорошо. На хуторе проживает без малого 2000 человек. Молодежи много, а спортивных объектов больше нет. Поэтому руководство школы решило не закрывать площадку, чтобы заниматься могли все желающие. Кира Рогожина, Николай Попов, Новоалександровский район.